Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить наших придурочных комаров, мух и сверчков, и непонятно кого еще, светлячков. Так, у нас теперь доставка пиццы. Открываем, поехали. Что нас ждет здесь? Совершенно логично, что нас ждет здесь доставка пиццы, да? Через перчик, ага. Доставьте голодным коровкам как можно больше пиццы или приведите коров в пиццерию. Ну, неплохо. Поехали. Поехали, поразвлекаемся. Так, хорошо. Я вижу... Просыпайся. Просыпайся. Что нас здесь ждет? Так, это пицца. Просыпай. Эй! Эй! Дайте пройти. Просыпайся. Так, поехали. Поехали. Да блин, комары. Комарьё моё. Давайте вы все зайдете сюда. Вы издеваетесь? Да неужели? Спасибо. Так, все сюда. Накачиваемся. Полетели. Поднимаемся, полетели. Да что ж вы такие тяжелые-то на подъем, а? Полетели, я сказал. Так, хватаем. Поехали. Все, отлично. Дальше. Так, стоп, ну ладно. Надо было, я вот туплю, надо было, короче, взять с собой пачку пиццы и с пиццей полететь к корове. Серьезно? Да? Да не в стул, зачем нам стул, корову берем? Вон, смотрите, как она хочет есть. Ай. Давай еще. Хорошо. Отлично. Отлично. Поехали. Так, стоп, а что, там нет коров? Полетели. Полетели. Где-то здесь. Где? Вот. Ай. Так. Помогите. Влетаем. Хорошо. Так. Тихо. Тихо. Так, а у нас есть коровы? И дайте зайти. Ать. Ать. Так, ага. Вижу. Так. Взяли. Поехали. Пицца? Стоп. Отлично. Эй, наверх. Туда. Хорошо. Да? Там тоже? В прошлый раз там не было никого. Черт. Разрешите пройти. Угу. Держи. Так, ну хорошо, одна звезда уже есть. Так, о, тут наш компаньон есть. Так, тебя мы берем и доставляем сюда. На тебе сразу. Так. Накачиваемся. Ой, полетели. А чё вы не летите? Во, наконец-то. Какие же вы медлительные. Короче, ой. Здорово. Присоединяйся к нам. Так, на, ешь. Разреши покинуть тебя. Так, берем вот это. Полетели, полетели. Вверх, сюда. Так. На.
забирай. Так, разрешите пройти. Так, дайте нам еще пиццы. Пиццы, пожалуйста. Поднимаемся. Эй, взяли, поехали. Ну. На, блин. На. Да куда, стоп. Черт. Мы уронили пиццу, что... Что? Пчелиная матка жить может до 5 лет и откладывать до 2500 яиц в день. Понятно. Доставка пиццы. Так, ну ладно, хорошо. Не то чтобы сложно, но не так уж и весело на самом деле. Есть уровни и повеселее. Хочу вам сказать. О, пейзаж. Да я вам истинный художник, говорю. Я вообще такой, я искусствовед. Нарисуйте как можно лучше картину с телевизора. Не забудьте сохранить свой шедевр, если хотите. Конечно же хочу. Давай. Так. А... Ой. Эй, подъем. Подъем. Есть еще спящие ребята? Нет, да? Коровка! А что еще есть? Так, неинтересно, неинтересно. Не, ну коровка это идеально, по-моему. Давайте начнем. Начнем с желтого. Так, начнем с... Нет, с синего. Стоп, стоп. Вот все сюда. Накачиваемся. Накачались, отлично, поехали. Так, а, нам тут... Тут просто уголочек надо. Просто уголок. Уголок это ничего страшного. Как ты умудрился? Да стойте же вы, зачем? Вы же вы портите мне всю картину маслом. Всю картину... Эй, под... Да как же так? Неудобно же. Это же неудобно. Все, поехали наверх. Поехали. Вот ты... Ты засланный. Да ё-моё, чё ж вас так много, а? Все, напились? Отлично. Пойдет. Так. Теперь у меня какой цвет должен быть следующий? Зеленый. Давайте зеленый. Накачались. Полетели. Хопа. Хопа. Тихо. Еще зеленого. По-моему, идеально. По-моему, идеально. Так, какой следующий цвет? Синий, зеленый, желтый. Значит, желтый у нас теперь. Тихо. Тихо, никаких розовых. Напились, поехали. Вот так. Тихо. Черт. В смысле, звезду уже дали? Нет, еще рано мне звезду давать. Я хочу сделать... Хочу сделать это. Так. Отлично. Да блин. Тихо. Тихо. Красим здесь. Пойдет желтый, потом оранжевый. Где у нас оранжевый? Вот здесь. Поехали. Так, красим, красим, красим. Красим. Я вот думаю, тихо, дайте-ка желтый добавлю. Плохо как-то вот здесь вот у нас все. Пусто.
Совсем пусто вот здесь. Так, после оранжевого что там идет? Идет красный. Давайте мне красный. Накачались, поехали. Так, уголочек надо красный сделать. Пойдет. Пустые места закрашиваем, все закрашиваем. Все, отлично, красочку спускаем. Так, а дальше у нас что идет? Дальше у нас идет сама коровка. Коровка белая. Где у нас белый цвет? Вот тут, да? Вот он. Так, нам надо просто кружочек нарисовать. Ладно. Пойдет. Я считаю, пойдет. Так, теперь надо синий кружочек слева. Синий кружочек слева. Вот здесь. Как-то вот так вот. Тихо, поднимитесь. Пойдет. Так, теперь коричневые надо ноги сделать. Стоп, а как нас... По-моему... О, пойдет. Ноги сейчас будем рисовать. Так, одна нога есть. Похоже не на ногу, а как будто что-то произошло. Ну, вы поняли, о чем я. Я думаю, вы поняли. Так, здесь вот еще одна нога. Вот такая. Ай, черт, коричневая должна быть нога. Стоп. И тут еще одна. Вот тут такая чисто вот. Вот так вот. Не на лице же. Вот. Да ё-моё. Вот тут. Ну, пойдет вот так как-нибудь. Теперь розовая мордочка. Розовая. Рот розовая. Розовая. Вот. Тихо, поднимись. Тихо. Как-то так. Вымя здесь, короче, еще у нас. Тихо. Поднимись. Так. А теперь белым надо чуть-чуть подзаправиться. Так, надо как-то улыбку умудриться сделать ей, короче. Оп. Оп. Тихо. Оп, все, я так вижу. Это улыбка, художник так видит. Пятна, пятна, пятна пошли. Вот такие. Так, хорошо. Теперь черным, черным надо два глаза, две ноздри. Пойдет. Два глаза, две ноздри. Почему бы нет? Сейчас замутим. Сейчас, смотри, смотри. Глаз. Второй глаз. Вот такой вот глаз. Раз ноздря. Блин, тут два ноздря. Теперь нам надо коричневые пятна на теле сделать. Почему мне еще не три звезды? Коричневые пятна на теле обязательно нужны. Вот тут. Вот тут. Так, где-то вот здесь, вот сверху. По мне так идеально. По-моему, идеально. Просто супер. Так, как сохранить? Давай, извергай из себя эти коричневые массы. Облегчайся. Облегчайся. Давай, давай. С облегчением. Все, сохранилось, отлично. Так. Все. Уходим отсюда. Это супер живопись. Это, конечно, да. Это, по-моему, шедевр. По-моему, это шедевр. Я считаю, что это шедевр. Если ты не согласен, напиши в комментариях. Так, все рабочие пчелы самки. А пацаны ленивые. Идеально. Так, хорошо. Давайте дальше.
пейзаж пройден. Чё, комары пройдены, что ли? Серьезно? Вот те раз. Комары пройдены. А кто дальше? Пчелы. Опачки. Давайте-ка. Ой, какие пчелы! Пчелы, пчелы, пчелы. Мы пчелы, пчелы, пчелы. Мы пчелы, пчелы, пчелы. Так, хорошо. Обучение. Давайте обучение проходить. Что у нас пчелы умеют? Кроме как делать мед. Следуйте указаниям и летите к выходу. Прикольно. Как это делается? Так, мои маленькие работяги, удерживайте. Так. Да. Хорошо. И оп. Тихо. Полетели. Ну, не сложно, не сложно. Если у вас закончились пчелы, найдите улей для их пополнения. Ой, привет. Что надо сделать? Так, тебя сюда. Ой. Надо привыкнуть. Все, ты сейчас сама исчезнешь, хорошо. Так. Эй! Давай, давай, давай! Опа! Все, 3 из 3, поехали дальше. Так, ладно. Ну, не сложно. Дроздофилы были первыми отравленными в космос живыми существами. Космонавты, знаете ли, космонавты. Ага. Так, хорошо. Поехали дальше. Так, что нас здесь ждет? Летающие коровы? Поехали, поехали. Ты пчела, я пчеловод. Коровы разлетелись с фермы. Восстановите забор, лопните воздушные шары и приведите животных обратно на ферму. Легко. Давайте. Просыпаемся, пчелы, просыпаемся. Просыпаемся. Так, стоп, а чё у нас с загоном? Где наш загон? Почините забор и приведите сюда всех коров. Тихо. Поехали. Судя по всему, это не чинит, да? Ладно. Как чинить-то? Было бы чем чинить? Как говорится. Опа! Опа, 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 опа. Вот тобой можно. Поехали, я сказал. Так. Шифтуем, шифтуем. Шифтуем. Холодос, холодос, холодос. Так. Двигаем. Тихо. Отлично. Отлично. Смотри-ка. Неплохо, да, мы сделали? Пойдет. А там еще был, по-моему, кроме дивана, холодильник. Если я не ошибаюсь. Пойдем. Вот он, он. Вот он, он. Тихо. Холодильник, поехали. Ты мне нужен, как никогда. Шифтуем, 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 шифтуем. Так, ребята, просыпайтесь, пожалуйста, вы мне нужны. Тихо, наверх, 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 наверх. Хорошо. Так, стоп. Куда ты полетел? Дурной, что ли? Вот так вот, туда иди. Идеально, да? Закрыли? Нет, почти. Тихо. Вот так, вот так, все. Все, смотри, смотри, что могу. Смотри, смотри, что могу. Тык, тык, тык. Тык. Опа. Хорошо, хорошо. Ты слишком высоко. Где ты? Тихо. Пойдет. Надо вас всех опустить на землю. Видишь, вы какие? Опа. Падаем. Падаем, падаем. Тихо. Как это ты такой?
Так, тихо. Не надо нам здесь. Полетели. Полетели. Хорошо. А ты как не попал в загон? Ну-ка, иди в загон. Иди, молодец, отлично. Ты тоже иди в загон. Пойдет. Хорошо. Так, а тут у нас кто? Ты как здесь оказалась? Ну-ка, иди в загон, я сказал. Иди в загон. Пойдет. Так, диван, стой на месте. Диван, не надо тут мне. Не устраивай сцен. Опа, здрасте. Опа. Поехали. Поехали. Тихо. Опа. Ой. Здрасте. А почему это у нас вот так? Назад. Я сказал назад. 6. Так. Здесь у нас кто-то на земле. Чё это мы на земле? Ну-ка поехали в загон, я сказал. В загон. Оп. Пойдет. Здрасте. Пам! Опа! Поймали на лету. Поехали. Шифтуем. Пам. Отлично. 8 из 10. Так. Иди сюда. Научился прям на лету хватать. Эй, ты чего? Ты куда? Не уходи. Будь в моем загоне. Будь с моими друзьями другими коровами. Так, ты тут у нас где? Ха! Бам! Опа, поймали. Шифтуем. Ха, пара-пау. Пара-пау. Корова! Бам! Сюда. Почему 9? Почему 9? 10, все. Отлично. Поехали. Мухи пробуют еду на вкус лапками. Ясно вам? В общем, когда муха ползает по твоей еде, она ее пробует на вкус. Вот. Космические коровы. Space cow. Если по-английски. Так. Злобные, вороватые космические коровы хотят украсть алмазы с вашей планеты. Не дайте им это сделать, пусть держат свои липкие копытца при себе. Поехали, сделаем это. Так. Тихо. Пам. Хорошо. Пойдет. Тихо. Хорошо. Просыпаемся. Так. Отбито. Тихо. Тихо. Иди сюда, мой алмаз, куда же ты? Не надо тут мне. Охраняем. Эй, ты чё? Ты куда? Ух ты, какой плохой. Алмаз. Чёрт! Это чёрная дыра. Ё-моё. Так. Вижу, вот, вор. Да в смысле? Сейчас все разворуют, черт тебя подери. Вы чего творите? Вы куда? Вот, одним ударом 8 дырок, понятно вам? Так, минус. Эй. Кристалл, иди сюда. Ну, оставь мой кристалл на месте. Назад. Так. А-а-а!
Тихо, тихо. Назад, 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 назад. Да блин, да ты вы что творите? Эй. Как так-то? Все кристаллы... Эй! Иди назад, кристалл. Не уходи. Тихо. Отлично, дальнее попадание. Да я просто космический пират. Вы чего творите? Так, троих одним выстрелом сбил, видали? Я просто в шоке. Сколько у вас таких коров? Много. Эй, пошли в баню. Иди в баню, я сказал. Так. Отдайте мой кристалл. Отдайте мой кристалл. Вы чего? С ума сошли? Да это же невозможно. Так. Эй. Уйди. Так, хорошо. Одним выстрелом две коровы. Пойдет. На тебе. Ладно. Опа. Три коровы одним выстрелом. Видали, видали? Так, полетели дальше. Куда собрались? Две коровы одним выстрелом. Тихо. На. Я тебя вижу. Поплыли вы со мной, вы мне нужны. Куда собрались, эй? Вы куда, а, родные? На тебе в голову. Опа, здорово. Эй, гопники, вы мои кристаллы не трогайте. Понятно вам? На место мои кристаллы все положите. Тихо. Эй, вы чё? Борзота. Совсем что ли попутали? Блин, какой напряженный... Опа! Оп, пойдет. Тихо. В голову. Ха! Ха! Шикарно. Тихо. На. Блин. Промахнулся. Эй. Тихо. Пойдет. Да ты чё, об дерево что ли стукнулся? Эй. Так, пчелки, пчелки, пчелки. Эй, пчелки, 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 вы мне нужны. Пойдет. Да вы издеваетесь. Эй, пчелы, просыпаемся. Тихо. Бам. Пчелы, пчелы, пчелы. Тихо. Отойди, отойди. Я сильнее, верни мой кристалл назад, верни. Верни мой кристалл на планету, я сказал. Хоть один да будет. Во время солнечного затмения пчелы прекращают летать. Вот это новенькое. Я об этом не знал. Я об этом не знал, хочу вам сказать. Вот это я высоко. Вот ты космическая корова. Как бы дал тебе по голове. В своем скафандре летает там, а? Все мои кристаллы поукрала. Но хотя бы я один спас. Обидно было бы, если бы я ни одного не спас. Плавательный бассейн. А какие еще уровни есть? Шаровая башня? Ну ясно. Это надо сбивать шарики и строить башню, да? Так, проникновение еще потом у нас будет. Прикольно будем. А как это надо будет сделать? Непонятно. Космическая станция. Хорошо.
Блин, прикольно. На самом деле прикольно, еще куча уровней. Я не знаю, кроме пчел еще есть кто-то или нет. Но, блин, прикольно. Еще точно на одну серию минимум уровней точно хватит. Вот, а пока давайте на этом остановимся. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Смотрите, какая милая пчелка. Всем удачи, друзья.